День добрый. Еще одна новинка, вышедшая на рынок летом 23 года. Фирма Corvin. Можете посмотреть их сайт. Сейчас скриншот приложу. Ставят свой лейбл на все подряд. Фильтра топливные, масляные, амортизаторы. Что только запчасти всякие там, чего только нету. Корпус выглядит так вот. Даты производства на фильтре нету. Резьба на фильтре сделана нормально. Каких-то проблем здесь не видно. Профиль чистый. Торец какую-то мехобработку имеет. Опасных элементов не обнаружено. Обратный клапан на морозе немного дубеет. Назовем для понимания 50% силикона. Поджат фильтровальной катушкой в закрытом состоянии. Преднатяг порядка 2 мм. Должно быть герметично, проблем никаких не вижу. Заливка герметиком нормальная, равномерный, скорее тонкий слой герметика. Герметик очень такой прочный, хрупкий, чем-то напоминает китайский фильтр Мале. Перепускной клапан пластик, поджат пружины, давление сорбатывания в норме. Давайте покажу вам расчетные значения. Давление перепуска 1,47 атмосфера, площадь фильтрации 595, вес бумаги 8 грамм, толщина 0,37 миллиметра. Центральная туба, обычная, средняя, опасных элементов также нету. Бумага для масляных фильтров обычная, типичная, стандартная, которая в большинстве фильтров встречается. Темно-оранжевый цвет такой. Видно, что какая-то пропитка есть. На разрыв, ну, довольно-таки легко. Синтетических волокон не так много. Ощущение, что больше целлюлозы. Она же бумага. Что по фильтру сказать? Даже и говорить-то нечего. Обычный средний фильтр. По площади фильтрации, по весу, чем-то напоминает патрон PF 40. 47. По герметику, по количеству бумаги, по весу бумаги, по тубе, по конструкции в целом очень напоминает Алка SP806. Ну, в Алка бумаги все-таки побольше, там 10 грамм толщина побольше. Ну, фильтр смотрится более выгодно за ту же цену. А это обычный середнячок. Даже про него и сказать даже нечего. В топ, конечно, он не вошел, ему еще до этого очень далеко. Просто обычный фильтр, который будет выполнять свою функцию. Следующим кадром прикреплю таблицу местоположения данного фильтра. Где-то рядом с патроном с Кольбеншмиттом. Ниже шестого места. Ставить можно, но далеко не лучший выбор. Но работать будет. Обычный, посредственный. Стандартный, типичный, нормальный, какие там еще можно эпитеты применить к данному фильтру. В общем, ничего выдающегося. Дальше исследовать эту фирму смысла не вижу. Ничего интересного нету, по крайней мере для меня. Спасибо за внимание, до свидания.